родители, внушали мне, вот, Россия – это мощь, это номер один. И на самом деле я начал читать историю России, так оказалось. Россия никогда не проигрывала, ни в каких боях. Я не вникал в политику вообще до этого, но мои родители безумно ждали, безумно верили. Но сейчас вот я, опять же повторюсь, начал читать историю, начал осознавать, начал взрослеть. Мне Россия больше по душе, чем было раньше.